Вот он. Именно о нем я тебе говорил. Они действительно это сделали. Я был игроком. Он живет в своей машине уже месяцами. Он заблудился. Нам предстоит международный футбольный турнир в Риме. Будут игроки с разных уголков мира. Вот лучшие из бездомных игроков Англии. Бездомный? Не говори, что я бездомный. Вы решили, что он бездомный? Ну да, он странный. Турнир объединяет всех нас. Второй шанс присоединиться к команде. Вы представляете силу спорта ради лучшего мира. Езжайте в Рим. Я не могу. Кажется, ты можешь. Это похоже на настоящее международное футбольное соревнование. Извини, я думал, что был понятен. Берешь мяч, переключаешь его на меня. Мне это все надоело. Думают, что лучше нас, потому что умеют бить по мячу. Я делаю ставок. Это что, вы так думаете? У каждого есть причина для того, чтобы быть здесь. У каждого игрока есть своя история. Я совершил действие. Я вырос. Я должен это доказать. Ты думаешь, что футбол поможет? Никто не способен спасти себя. Мы спасаем друг друга. Ты был потрясающим. Ты все еще таков. Если вы потерялись, команда всегда придет за вами. Если выиграете, я угощу вас ужином. Но вы же не выиграете. Готовы? Мы не можем найти Южную Африку. Южная Африка внизу на карте Африки. Она говорит о футбольной команде «Альда».